Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это Алгас гель Глика. Сегодня заказывая 2, третий вы получаете абсолютно бесплатно со скидкой 47%. Только один день, в день красоты и здоровья. Кому мы рекомендуем Глика? Алгас гель Глика мы создавали для тех, кто, к сожалению, в первую очередь столкнулся с диабетом второго типа. Это страшное неизлечимое заболевание. И сейчас этого заболевания в мире просто пандемия. Поэтому, если у вас диабет второго типа, уже стоит диагноз. Если вы знаете, что у вас сахар начал скакать, если у вас преддиабет, если у вас лишний вес или ожирение, а это тот момент, который может спровоцировать появление диабета. Или если у вас в роду были диабетики, мамы, папы, дедушки, бабушки, значит, у вас есть генетическая склонность, и вам обязательно надо защититься. Что такое диабет? Что происходит с человеком, когда у него констатируют это заболевание? Это высокий уровень сахара в крови. Это когда наши клетки, инсулиновые рецепторы клеток, к сожалению, не видят гормон инсулин, не воспринимают его, и уровень сахара в крови растет. Зачем нам нужен инсулин? Инсулин нам нужен для того, чтобы глюкозу провести внутрь клетки. Это такой компонент, гормон, который открывает двери в клетку, и глюкоза попадает внутрь. И если инсулиновые рецепторы наших клеток не видят этот инсулин, то глюкоза скапливается в крови, и уровень растет, растет, растет. И постепенно вместо нужного нам компонента, который дает нам энергию, глюкоза или сахар становится ядом и отравляет весь наш организм. И в первую очередь разрушает сосуды и капилляры. Поэтому основные последствия осложнения диабета какие? Разрушаются в первую очередь мелкие сосудики, то есть падает зрение. Начинается отслойка сетчатки, это приводит к катаракте и к слепоте. Причина слепоты, на первом месте среди причин слепоты стоит диабет. Если у вас диабет, поверьте, если ничего не делать, через 20 лет вы ослепнете. К сожалению, такова катаракта, статистика. Да. Второе, что происходит, разрушаются мелкие сосудики почек. Поэтому второе следствие диабета – почечная недостаточность. Естественно, разрушается сердечно-сосудистая система, потому что густая кровь – это предпосылка к тромбозам. Тромб может не только как бы затормаживать кровообращение, может оторваться, закупорить сосуд. Поэтому чаще всего, к сожалению, диабетики умирают от инсультов и инфарктов. Вероятность инсульта у человека с диабетом в 6 раз выше, чем у всех остальных. Вероятность инфаркта в 4 раза выше. Более того, это еще не все, как бы, что может быть. Начинают разрушаться вены на ногах. Ноги начинают болеть. Сначала как бы просто ноги болят, тяжело ходить, потом начинается такое онемение, потом начинается хромота, и в итоге образуются язвы, которые не заживают, и это может привести к диабетической стопе и даже к ампутации. Да. Это тоже очень частое следствие. И вообще, к сожалению, дорогие мои, диабетики умирают не от высокого сахара, это всего лишь симптом. Диабетики умирают от осложнений, которым приводит высокий сахар. Поэтому я и говорю о том, что если у вас диабет второго типа, и вы хотите усилить эффективность вашего лечения, вашей терапии, если у вас преддиабет, если у вас в роду были диабетики, возьмите эту болезнь под контроль сейчас. Не допустите этих страшных осложнений, потому что, к сожалению, осложнения могут быть не только от болезней. В период вирусной активности, сейчас пандемия, диабетики стоят в тройке тех заболеваний, которые максимально рискуют умереть от вот этого жуткого вируса. Вот, как я уже сказала, смотрите, к чему приводит диабет. Слепота, катаракта, отслоение сетчатки, слепота, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, инсульты и инфаркты. И самое страшное, что первые 3 года диабет протекает бессимптомно. Понять, что с вами что-то не так, крайне сложно. Есть симптомы, сейчас мы о них расскажем. Но в основном человек не понимает, а организм уже разрушается и погибает. Вот так, друзья. Поэтому Алгас гель Глика является супер-бестселлером телеканала Шоп-н-Шоу. Вы обожаете этот продукт. Сегодня последнее появление Алгас геля Глика по цене 4999. За 3 банки. При этом вы сегодня, заказывая 2 банки, третью получаете бесплатно. Количество вот этих баночек ограничено сегодня, потому что это самая выгодная покупка в течение дня.
телеканале Шопен-шоу. Самое популярное с бесплатной доставкой. И если у вас есть карта Prime, дополнительная скидка 5%, для вас цена будет 4749 рублей. Здесь мы с вами 47% экономим и 1,5 килограмма. 1,5 килограмма глика мы получаем с вами в последний раз перед Новым годом. Это идеальный курс на месяц. То есть вы не только увидите результат, вы почувствуете и закрепите. Давайте еще раз поговорим, да, о сроке годности. Смотрите, вы получаете свежайший продукт. Mm-hmm. Срок годности 1 год. Банку можно хранить в закрытом mm-hmm. виде. Просто на любой полке, холодильник не нужен. В открытом виде храним 2 недели в холодильнике. Давайте я расскажу о том, какой результат вы получите, начав принимать глика. Да, давайте. В первую очередь, чего хотят все люди с диабетом? Чтобы уровень сахара в крови стабилизировался, пришел в норму. Вот смотрите, на баночке написано 5,5. 5,5 – это та верхняя граница сахара в крови, которая должна быть, ну, как бы при нормальном самочувствии, да, у здорового человека. Угу. Так вот, когда вы начинаете принимать глика, за 2 недели уровень сахара в крови придет в норму. Таких результатов не дает ни один продукт. Я не знаю аналогов. Глика – это удивительное, уникальное средство, которое работает очень быстро и очень эффективно. Угу. Давайте продолжим. У нас звонок в прямой эфир. Так, ответим на вопрос. Давайте. Анна Константиновна. Анна Константиновна, доброе утро. Доброе утро, девочки! Как я рада, что я дозвонилась. Доброе утро. Доброе утро. Любовь, я звоню с благодарностью от моего мужа, угу. диабетика со стажем. Угу. И мы попробовали благодаря вашим программам Альгасгель Глика, и я отметила, что у него прекратились скачки сахара. Угу. А для нас это была огромная проблема, потому что даже те препараты, которые нам выписали эндокринолог, uh-huh. все равно давали свечки сахарные. Uh-huh. И сейчас я вот по своему мужу чувствую, вы знаете, у диабетиков ночью особая потливость. И я сейчас чувствую вот по своему мужу, что uh-huh. его состояние в разы лучше. Он uh-huh. просыпается с хорошим настроением. И вот извините за вот такие, да, интимные подробности. Сухой. А вы не представляете, как он мучился, сколько лет. Uh-huh. Так что мы принимаем от нашей семьи огромное вам спасибо, вот, и будем заказывать сегодня еще, и поэтому я хочу у вас спросить, угу. насколько часто мы принимаем постоянно Альгасгель Глика? Угу. Вот наш эндокринолог очень даже за, говорит, пожалуйста, угу. мне результаты ваши нравятся, угу. посоветуйте, пожалуйста, угу. можно ли нам нон-стоп принимать Альгасгель Глика? Абсолютно можно, поскольку продукт натуральный, не содержит ни химии, ни консервантов, ни даже красителей, то он не имеет ни противопоказаний, ни побочных эффектов. Он идеально совмещается с любой лекарственной терапией, поэтому передозировки не будет никогда. В составе только органические связанные вещества. Что это значит? Это значит, что ваш организм возьмет ровно столько, сколько ему нужно, а остальное выведет. Поэтому срок приема не ограничен. Передозировка невозможна. Это главный товар дня. Напоминаю, что бесплатная доставка. В подарок 3-й глика вы получаете сегодня бесплатно со скидкой 47%. Звоните и заказывайте прямо сейчас.